Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об основных правилах кормления аквариумных рыбок. Аквариумные рыбки – популярные питомцы, за ними интересно наблюдать, их содержание не требует много времени от владельца, при этом такие подводные жители являются настоящим антистрессом. Кормление – важная составляющая содержания любой аквариумной рыбки. О каких главных особенностях необходимо помнить при кормлении этих небольших питомцев? Какие ошибки важно не допускать? Давайте разбираться. Представляем вам 4 правила кормления аквариумных рыбок. Прежде всего, учитывайте гастрономические предпочтения вашего вида аквариумных рыбок. Так, например, одни виды требуют белкового питания, другим же по душе больше еда растительного происхождения. При выборе корма для ваших рыбок обязательно учитывайте размеры вашего питомца. Еда не должна быть слишком большой или слишком маленькой для ваших подводных жителей. Следите за тем, чтобы питание ваших аквариумных рыбок было сбалансированным и разнообразным. Чередуйте разные виды корма, не забывайте про витаминные добавки, которые можно добавлять и в корм рыбок, и в воду. Хорошее разнообразное питание – залог отличного здоровья и красивого вида любой аквариумной рыбки. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Ни в коем случае не перекармливайте аквариумных рыбок. Помните о том, что рыб лучше недокормить, чем перекормить. Аквариумные рыбки – небольшие существа, и для обеспечения нормальной жизнедеятельности им нужно съедать корм в количестве 2-3% от своего веса в день. Если в дикой природе рыбки могут сбросить лишний вес с помощью серьезных физических нагрузок, то в аквариуме их физическая активность, как правило, ограничена. В зависимости от вида рыбы кормите своих питомцев 1-2 раза в день небольшими порциями, так, чтобы рыбки успевали съедать весь корм за 2-3 минуты. Внимательно относитесь к возрасту и состоянию ваших аквариумных рыбок и меняйте кормление в соответствии с ними. Так, например, мальков и молодых рыб нужно кормить небольшими порциями, очень часто, 5-6 раз в день. В период активного роста молодые рыбы должны съедать корм в количестве до 100% от собственного веса. А вот больных рыб, как правило, кормят реже, причем достаточно часто корм заменяют витаминными добавками. Также важно внимательно относиться к рыбам, которые готовятся к нересту. Их нужно кормить обильно и разнообразно. Следуйте перечисленным правилам кормления аквариумных рыбок, и пусть ваши подводные любимцы всегда радуют вас красивым внешним видом и отличным здоровьем. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!